ежегодно в Чувашской Республике в целях выявления, поддержки и поощрения творческих работающих педагогических работников, распространения лучшего педагогического опыта проводятся конкурсы профессионального мастерства. Воспитатель года Чувашии. Учитель года Чувашии. Самый классный классный. Социальный педагог года. Педагог-психолог года. 2018 году по инициативе Совета молодых педагогов Чувашской Республики был проведен третий республиканский конкурс «Педагогический дебют». Было проведено 6 профессиональных конкурсов педагогического мастерства с участием 123 педагогов. Конкурс «Учитель года Чувашии» проводится в республике с 1992 года. Победители республиканского этапа неоднократно становились лауреатами всероссийского конкурса «Учитель года России». В 2018 году прошел 26-й республиканский конкурс.